Привет-привет, ребятки, с вами Вовкин, и вы на канале Мистер Кекс. Поиграем сегодня в Marvel Битва Чемпионов по вашим многочисленным просьбам. И пока у нас идет загрузочка, давайте я вам скажу одну вещь. Ребятки, не забывайте, чем больше лайков, тем быстрее выйдет видео следующее по этой игре. Давайте наберем, допустим, 500 лукасов, и сразу же выйдет следующее видео. Вот так вот. Ну, а теперь пришло время приветиков. И я хочу передать привет. Игрок Clash Royale, привет тебе. Камила, тебе тоже огромнейший приветик. Дальше. Михаил Зайцев, Илюха Белкин, Влад Парнак, Елена Курушина, Светлана Слинкина. Всем вам, ребятки, огромнейший приветик. И если кому привет не передал, но вы очень хотите, пишите в комментариях: Вовкин, передай привет, я обязательно вам его передам. Вот, у нас, смотрите, тут новый появился персонаж, да? Халк Рагнарёк, слушайте, блин, бомбейский персонажик, очень крутой. А где же его взять? Доступно кристаллы. Это что такое? У меня сейчас будет Халк Рагнарёк, что ли? Что-то мне мало верится. Получи кристалл Сехмет, 150. Так у меня нету столько денежек этих. Чего они меня обманывают? Получи. Но у меня есть какой-то кристалл, да? Что такое? Кристалл. Что за фигня? Ничего не пойму. Я уже думал, сейчас у меня Халк появится. Куда я жму вообще? Да вот же пишется кристалл 1. Я что-то не понимаю, что ли? Кристалл. А, это у меня вот этот есть. Это который такой, не ахти кристальчик, все, короче, возвращаемся к кристаллам и погнали в бой. Погнали в бой, ребятки. Так. Меня один парнишка просил, чтобы я сыграл Тором. Но я вот не помню, у меня, по-моему, он сейчас, этот Тор, по-моему, он у меня отдыхает. А ну-ка, сейчас я посмотрю. Или нет? А где вообще мой Тор? Нет, он уже готов к бою и просто рвется туда. В общем, как просил парнишка, в общем, Тором пойду сейчас сражусь, а потом пойдем уже в какие-то более лучшие битвы, в более интересненькие. Так. Так, один на один быстрый матч. Так, матч. Мачете. А нет, видите, Тор у меня... Ой, нет, что там, перезарядочка. Полтора часа перезарядка, даже больше. Ладно, сорямба. В общем, прошу меня простить, но видите, занят он, отдыхает. Короче, я куда-то хотел пойти вообще. Куда я хотел пойти? А вот сюда я хотел пойти, ребятки, продолжить. Я тут уже начал немножко набивать эти, проходить, в общем, набивать кристальчики, все такое. Так, ну идем по списку. Железный человек, каратель, гильотинушка. Погнали, ребятки, находим матч. Матч-реванш. Так, кто тут самый сильный? Самый высокий рейтинг команды, судя по всему, да? Вот этот, ракета, 700. Выбираем, в общем, его. Продолжить. Специально, ребятки, беру самых таких, которые посильнее. Ну, потому что мне так интереснее. Со слабенькими мне как-то... Не особо интересно. Вот, даже не буду ничего менять. Пускай гильотина с енотом ракеты дерется, хотя у нее 250, у енота ракеты 205. А остальные, в принципе, более-менее равные силы. Все, продолжить, конечно же, продолжить. О, Халк, да, заставочка какая хорошая. Может, на превьюшку ее поставлю. Не знаю, но мне прям нравится, да? Такой, ух, разъяренный Халк. Бежит, у него топор какой-то, молот. Просто жестяк. Так, и мы начинаем, ребятки, начинаем раздамаживать. Ох, и отскакиваем, и резко, отскакиваем. Очень резко нужно отскакивать. Вот так вот как-то. Да. Вот так вот. И теперь хлобысь. Ой, она ж... А, она в блоке. Я думал, она уже там какая-то, это, безумная стоит. Нет, она не безумная. Она лечится. Она думает, что она прям вылечится. Ну да. Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. А вот у меня, смотри, что есть. Бабах, пробитие брони. Бац. Готово. Кей-оу. Вот так вот. Победитель. Ну, конечно. А кто бы сомневался, да? Конечно, победитель. Ух, понеслась жара. Так, следующий бой.
Продолжаем, ребятки. Так, ну Халк, ну он просто шикарен. Просто бомбейский, да? Чувачок. Рагнарёк, Халк Рагнарёк. Я, кстати, до сих пор не смотрел это кино, ребятки. Кто смотрел из вас, напишите, только не спойлерите. Просто напишите, хороший фильм, стоит посмотреть или нет. Это нам еще не хватало. Проблемы при подключении к сети. Проверь подключение. Чего его проверять-то? Сейчас проверю. Нет, все есть. Ох ты, погнали. Звездный лорд. Лордишка, лордишка. Че, у него все лечатся, гляньте. Они прям все лечатся, все лечатся. Прям стоят и лечатся. Принимают удары на себя, да? Ах ты ж, глянь, парирование. Где ты это научился этому, парнишка? Парнишка, ты не простой, а золотой. О, смотри, что у меня есть. Пистолетики. Две малышки, черная и белая, да? Только у меня две черные малышки, пистолетики мои. Короче, все, на изичке. Опять KO, победитель, каратель. Вот так вот, отлично. И идем дальше. Белые сапоги у него хорошие, слушайте. Мне б такие. Был бы я первый парень на селе. Был просто на дискач таких, да? Такой, опа, в клубешник, в белых сапогах. Залетел такой, йоу. Бармен, два бокала пива. Так, ой, что-то не то мне говорю. Пиво это зло. Так, ракета пришел. Бах, бах, бах. А он что, летает? Он реально, гляньте, у этого парня реально все лечатся. Все лечатся. Лечатся как могут. Он все время будет летать, что ли? Я не пойму. Я в первый раз, честно говоря, вижу ракету. Что ты тут делаешь? Ракетоус. Вот все. Победили. Ну, это гильотина, ребятки, это гильотина. Тут вы сами понимаете, у него просто не было шансов. Хоть он был и на 40 хп сильнее, или как, я не знаю, что там. Ну, в общем, на 40 чего-то он был сильнее, но у него ни финты не вышло. Так, продолжаем, продолжаем, ребятки. Так, сейчас посмотрим, что, куда нам идти дальше. Звонили. И мы давайте смотрим, куда же продолжить. Вот сюда. Так, выполняется у нас тут следующая серия. Давайте следующую серию. У меня же есть еще бойцы. Я думаю, есть. Я думаю, есть у нас еще бойцы. И мы сейчас с вами продолжим. Так, шторм. В общем, мы сюда кидаем шторма, черного грома. Черный гром, кидайся. И Человек-паук. Так, найти матч. Кто у нас будет здесь? Давайте же посмотрим. Так, самый жестокий. Какой? 569. Видите, ребятки, не ищу легких путей. Специально. Специально не ищу этого. Так, 190, 190. В принципе, все равно я здесь всех сильнее. Представляете? Продолжаем. Продолжаем. Не ждем ничего. Просто идем в бой. На всех парах мчимся. Так, steady, ready. О, подскакиваем и начинаем лупашить штормом. А у тебя что, лечилок нету? Непонятно. Нету у него лечилок, судя по всему. Ух ты, ты что ж ты делаешь-то? Блондинка ты. Блондиночка. А говорят, блондинки тупые. Ну вон как бьется, а. Все, но мы ее все равно победили. Шторм, это мега шторм. Это штормиха. Шторм, штормиха. Так, следующий бой. Следующий бой у нас. И кто у нас? Кто у нас будет с кем? Давайте посмотрим же. Так, кто забыл поставить лайк, можете сделать прямо сейчас. Пока. Ух ты! Ух ты! Сорви голова! Сорви голова против черного грома. Чем-то они похожи, да, им костюмчики. Ну, у черного грома вилочка вот эта во лбу торчит. Отходим, 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 говорю. Я говорю, отходи. А ты не подходи. Бабах, получил лазером между глаз прям. Прости меня, парнишка, но мы с тобой сейчас распрощаемся. Пока, говорю. Все, победитель черный гром. Отлично. Отлично, последний бой. Он тяжкий самый, как говорили. В песне. Какой-то, не помню какой. Так, ладно. Загрузка. И у нас тут Человек-паучок и Человек-муравей. Прям два этих, да? Два насекомых. Два человека-насекомых, можно сказать.
сцепились в неравной схватке. Знаете, почему в неравной? Потому что я его сейчас одолею. Просто на изичку, как обычно. В принципе, как обычно, да, впрочем, а впрочем, как всегда. Вот так вот. Ну, не всегда, конечно, да, было. Пару раз я проигрывал. Кстати, как вы думаете, ребяточки, давайте ставим ставки. Прямо сейчас напишите в комментариях, проиграю я в этом видео, хоть раз я проиграю или нет. Я, например, думаю, что нет, что ни разу. А вы можете прямо сейчас написать, поставить на паузу, не ждать конца видео и написать, например, там, один раз я проиграю, либо два. Там 3-5 не пишите, потому что это, ну, точно нереально. А вот один раз или два я могу проиграть, но я надеюсь, что я ни одного. Вот я за то, что я ни одного раза не проиграю. Так, мы идем дальше, в общем. Добываем осколочки. Кто тут самый сильный? Вот, равный, да? 682, 682. Ну, наверное, мне так кажется, самый нижний, наверное, должен быть самый сильный. Сейчас посмотрим. Так, так. Слушайте, вот Гамора 184, и у него Джаггернаут 252. Не буду менять, как обычно я говорю, да? Вот, вот такой вот я уникальный типок. Специально ищу что-то себе посложнее. Другой бы человек, он поменял бы, да? Гамору на кого-то бы посильнее поменял к Джаггернауту. Ну, а мне вот кажется, что мне так хочется. Мне так веселее. Так мне прям адреналинчика больше. Ну, и еще я делаю неспроста, потому что я знаю, что я вроде как нормально шпилю в эту игрушечку, у меня нормально получается, поэтому могу себе позволить, так сказать, да, вот так вот немножко пофаниться. Так, оп, KO, я же говорил. Росомашечка, молодец ты. Ой, нет, Росомашечка как-то звучит плохо, как будто Машечка какая-то. Росомаха, просто Росомаха. Так, и что у нас дальше? Смотрим и ждем. Загрузочки, конечно, такие, о, долговатые. Звездный лорд и у гильотина. Слушайте, это же та самая легендарная, обалденная гильотина. Но, судя по всему, в руках, крюках даже обалденная гильотина становится не очень обалденной. Вы посмотрите, мне жалко этого парня, который вот так вот фигово сыграл гильотиной. Ну как так можно? Я не знаю. Ему руки сидеть не мешают, интересно. Так. Ну, блин, обидно даже. Гильотина такая крутая. И вот так вот ей сыграли как-то вообще, ну, никак. Ладно, идем дальше. Идет загрузка. Вот, ребятки. Вот это сейчас будет самое интересное. Интересное, говорю, будет, потому что... Вы видите? Ой, вы видите, что происходит? Наконец-таки. Да, детка, потанцуем. Вот что у меня есть для тебя. Он, не забывайте, что он почти на соточку сильнее, чем я. Ну, не на соточку, может, это, конечно, приукрасил. Ну, вы сами видите, 184 вместо 252 его. И, тем не менее, я его победил, вы представляете? Ха-ха! И вот это я силен батон, да? Просто вообще отлично, мне прямо нравится. Так, ну и что? И дальше продолжаем дальше набивать очки. Или что там, кристаллы, осколочки добывать. Серия побед идеально. А по-другому и не могло быть. Ха-ха. Продолжаем. Востребовать. Вот 500 осколочков. Мы востребовали. И у нас следующая есть серия. Черная вдова. Халбастер. Соколиный глаз. Соколик ты мой. Так. Давай продолжаем. Кто тут самый сильный? 680. Вот, отлично. Ты-то мне и нужен. Это какой-то новый боец. Кто это такой? Я такого не видел. Тор? Это Тор? Какой-то странный Тор. Короче, пускай все будет, как оно здесь есть. Старик Логан. Такого я видел. Ну вот, какой-то непонятный Тор. Это может Тор какой-то немножко другой? ХЗ. Ладно, давайте продолжать. Так, Гаморушка, девушка Гаморушка, что ж ты делаешь? Получи, вот так, четкие, да, махают ножками своими в этих костюмчиках, получай, гляньте, прям уничтожаю эту Гамору прям здесь, ты уж прости,
Сестренка, ну а что делать? Ха-ха, победитель Вовгра. Ух, и морда у него злая, да? Посмотрите на ее лицо. Просто жесть какая-то. Следующий бой. Так, ну быстрее грузись, чего ты? Я прям перед Wi-Fi сижу. У меня там до 100 мегабит что-то нормально, в общем, все со скоростью. Ну, как-то так. Регенерация, он что, уже регенерирует? Его еще даже бить не начали, он же регенерирует. Старик Логан, ты из ума вышел. Не на то он и старик, да? Его еще не бьют, а он же регенерирует. Забыл от старости, что его еще не бьют. Когда нужно регенерировать, вернее. Ух ты, нифига себе ты старик. Старик жжет. Вот это да. Ну, он слишком стар для этого. Для этой фигни, как говорится, да? Старик Логан, сядь, отдохни лучше. Семечки поплюй. Так, ладно, идем дальше, ребятки. Тор как в наколках каких-то или что такое. Опа, Соколин Глаз. Это новый Тор. Это новый какой-то дикий Тор. Кто это? У него щит есть? Где ты щит взял, мужик? У меня-то щита нету, у моего соколиного глазика. А ты прям с щитом. Ох ты, кто? Что ж ты делаешь, а? А ну, стрельни в него, давай, расстреляй его просто-напросто. Кровотечение. Ну, а тебе кровопечение. Есть кровотечение, есть кровопечение. Кровавые печеньки. Так, отвали. Отвали, говорю. Расстрел пошел, расстрел. Ух ты, кровотечение. Есть, отлично, KO. Ха-ха. Вот так, победитель, соколиный глаз. Слушай, а ты молодец, мужик. И очки у тебя клевые, стильные, на стиле. Давайте продолжаем. Так, ну и что? Наверное, еще разочек сходим разулю. Так, ну тут все у нас отлично. Опять серия побед идеально. И множитель бонуса. Ой, это вообще хорошо. Множитель бонуса. Так, и следующая серия. Носорог. Видите, всех по порядку, кстати, беру. Всех по порядочку. И все, ребятки, на следующую серию у нас даже уже нету бойцов. Неким идти дальше в бой. Поэтому на этом будем закругляться на вот этой вот серии. Так, кто тут самый у нас? Кто тут самый смелый? 694, ты черная пантера. Пойдем, значит, к тебе в гости. И чего тут? 236, 204, 287. Хо-хо-хо! Ребятки, а вот это будет реально интересный бой. Поэтому не переключаемся. И смотрим прям до конца видосик. Вот сейчас будет реальная жесть. Вы видели? У меня бойцы намного слабее, чем у него. Ну, просто вообще жестоко будет. Лютая битва будет. Так, а ну-ка. Дай мне хоть лупануть тебя-то. Рогом хоть тебя пробить, что ли, а? Посмотрите. Видите, что происходит? Она начинает активничать. Активно на меня нападать. Вот так вот. Эй! Не смей так со мной поступать, я же носорог. Меня нельзя бить. Меня нужно только гладить. В зоопарке на меня смотреть нужно. Ай-яй-яй-яй-яй. Бабах. Я должен победить, слушайте. Я же не собирался проигрывать в этом бою вообще. В этом видосе я не собирался проигрывать. Я не собирался проигрывать в этом видосе, говорю. Фух. Победил? Ребятки, вот сейчас я реально начал переживать немножечко, немножко волновался. Так, следующий бой. Ух, пронесло. Но дальше будет еще ядреней. Дальше будет жестче и жестче. Так, смотрим. Идет загрузочка. Так. Ух, отходим. Ух ты, лютый чувачок. Отходим. На, получи. Блоки ставят, да, блоки. Мне до жопы твои блоки. Ой, что ж я глупости говорю. Так, окей. Так, отходим. О, подходим. Бьем и отходим. И теперь опять подходим. Увеличение энергии. Где ты ее взял? Ну ты, мужик, даешь, да. Бам, бабах. И теперь бах, добиваем. Все, отлично. Че он там увеличивал себе энергию какую-то, да? Нифига ему не помогло это. Так, последний бой, ребятульки. Последний самый бой. Ну, последний в этом видосике.
Так. Прям чувствую, как Wi-Fi летит. Медленно летит прям. Черная пантера. Ух ты. Давай, ах ты, кисуля. Что ты тут делаешь? Это ж король, да? Король какой-то там страны. Зимбабве, наверное. Скоро фильм выйдет. Хотелось бы, конечно, посмотреть. Очень. В киношке желательно, но не знаю. Наверное, не пойду. Вряд ли. Ух ты. Не смей бить моего чувака. Так, ребятки, волнуюсь, поэтому, может быть, сейчас даже немножко помолчу. А может быть и нет. Так. Ай, опасно. Очень опасная ситуация. Ух ты, отходим. И подходим. Фух. Ребятки, он, видят, там ждал, да, пока там силы накопит какой-то, вот этот, на суперударчик. Но не вышло у него, эта тактика. Касаемся экрана для продолжения и смотрим. Фух, слушайте, я аж вспотел немножко. Совсем малость. Так, серия, ну, как обычно, идеально. Множитель бонуса X3, это просто супер. Продолжаем. И требуем, востребуем наши штуки-дрюки. Следующая серия, ну, тут уже нам что, одним мэджиком идти, что ли? А так можно вообще? Все, ребятки, так нельзя. Ладно, в общем, на этом, как я уже говорил, закругляемся. Ребятки, делимся моими видосиками в соцсетях, помогаем в развитию канала. Вот. Также ставим лайки, об этом я уже говорил. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Не забывайте про колокольчик, это очень важно. Все, с вами был Вовкин, пока-пока.